Причем не только в центральных, но и в тех, которые находятся вдалеке от крупных микрорайонов. Например, в Троице-Георгиевском женском монастыре в горном селе Лесное в праздничном богослужении приняли участие более сотни горожан и туристов. Даже люди, которые мало ходят в церковь, стараются именно вот такие праздники, как Рождество, Пасха, обязательно прикоснуться к святыне, к благодати, поставить хотя бы свечу. Свечу надежды, можно это так сказать. И на рассвете идет кульминация праздника, люди причащаются. Поэтому в этот праздник, кто причащается, считается, что особая благодать. Глава Сочи Анатолий Пахомов посетил рождественскую службу в храме святого равноапостольного великого князя Владимира. В целом, на ночных богослужениях в сочинских храмах побывали более 50 тысяч человек. К слову, с приходом Рождества завершился и одноименный православный пост.